14 апреля 1995 года рождения, гражданин Российской Федерации, проживающий в городе Куртянапа. 2013 года по 2014, проходивший в войсках, в миротворческих войсках, на специальность разведчик-снайпер. Созвонился с друзьями, с которыми служил ранее. Они приехали в Донецкую Народную Республику. Послушав совета, приехал сюда. Также служили россияне. Россияне были двух категорий – штатные и нештатные. Нештатные – это те, кто добровольно пришел, а те, кто с России приехал за пределы частей. Вот, знаю двух человек. Они советники, обучают военному делу личный состав Донецкой Народной Республики 1-й Славянской бригады. По тактике, по технике, по обороне.